Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Помним, чтим, гордимся. Ну что ж, давайте проверим. Как относитесь к празднику 9 мая? Вы знаете, очень молниеносно. Почему? Это праздник наших дедов, наших прародителей. Это ихний праздник. И есть такая история, что нет настоящего без прошлого. И прошлого без будущего. Все взаимосвязано. То, что было вчера, это память. Как сегодня. И мы это несем в будущее. Как долго Наполеону удалось удерживать блокаду Ленинграда? Ну, Наполеон персонаж такой очень воевой. Ну, я думаю, что не только он удерживал блокаду, а команда, дух команды. Очень важно, когда ты в команде и с хорошим лидером. Ну, на протяжении до последнего люди сражались, одержали победу до последнего. То есть и положили свою жизнь. Спасибо большое. Можете назвать героев Великой Отечественной войны? Хотя бы одного. До свидания. Не пугайтесь. Мы к вам с очень простым вопросом. Назовите хотя бы одну фамилию героя Великой Отечественной войны. Не стыдно. Нет. Блин. Блин. Капитан Америка. Ну ладно, спасибо. Назовите, пожалуйста, героев Великой Отечественной войны. Не знаю таких. Хоть одного, одну фамилию. Я не местный. Вообще не местный, из другой страны? Нет, я с Украины. Как долго Наполеон сдерживал блокаду Ленинграда? Это я не помню, не знаю, не помню. Ну, примерно навскидку так. Не, я не могу. Ну, год, два, три, четыре, десять, пятнадцать. Где-то год-два, да? Угу. Спасибо. Такой вопрос. Ты знаешь героев Великой Отечественной войны? Можете назвать героев Великой Отечественной войны? Нет, сейчас расскажу. Героев, думаю, нет. Все ветераны. И участники войны вообще... Фамилию хотя бы одну. К сожалению, не знаю. Назвать. Можешь назвать героев Великой Отечественной войны? Хотя бы одну фамилию. Именно героя? Да, да, да. Ну, Гагарина мы считать-то не будем, правильно? Ну, нет. Ворошилов, например. Героев Великой Отечественной войны можешь назвать хотя бы? Героев, много героев я не могу назвать. Как вы относитесь к празднику 9 мая вообще? Очень хорошо. Радостно, с патриотизмом, наверное, в некой степени. Как Наполеон повлиял на блокаду Ленинграда? Сложный вопрос, с историей не дружим вообще. Ну, примерно хотя бы о блокаде Ленинграда. Знаете что-то? Сколько Наполеон смог ее удерживать? Как вообще это все? Отказаться от вопроса. Нет, не знаю. Не могу ответить. Ну ладно. В любом случае, спасибо, хорошего вам настроения. А кто управлял государством на момент Великой Отечественной войны? Вы знаете? Сейчас. Я их путаю постоянно. Сталин. Знаешь кого-нибудь из героев Великой Отечественной войны? Фамилию? Хотя бы одного, двоих, троих, сколько знаешь? Гастелло. Летчик. Да. Еще вспомнишь? Назовите, пожалуйста, одну фамилию героев Великой Отечественной войны. Давай, давай, соберись. Насколько долго Наполеону удалось удерживать блокаду Ленинграда? Лет. Спасибо большое. Вы можете назвать героев Великой Отечественной войны? Хотя бы одну фамилию. Ты знаешь? Давай. Почему я сразу? Ну ты историю хорошо знаешь. Нет, я ее плохо знаю. Печально. Нет? Ну ладно, извините. Вы можете назвать фамилии героев Великой Отечественной войны? Хотя бы одну.
например, господи, сейчас. Жуков, Суворов. Нет, Суворов не будет. А, да, пришлите. Как долго Наполеон сдерживал блокаду Ленинграда? Сейчас. Да, я помню это, блин. 7 лет, по-моему. Нет? Нет. Ну, все равно неплохо. Спасибо. Ну, а сколько? Наполеон вообще не сдерживал блокаду. Вы можете назвать фамилии героев Великой Отечественной? Спасибо. Назовите любого героя из «Мстителей». Железный человек. Капитан Америка. А мне очень нравится герой Халк. Ну, Железный человек. Капитан Америка. Тор. Халк. Конечно, могу. Железный человек.